Дербент посетили именитые дагестанские спортсмены, среди них знаменитые борцы, чемпионы Европы и мира, победители Олимпийских игр, заслуженные мастера спорта. В администрации они встретились с главой города. Хизри Абакара вручил спортсменам благодарственные письма и знаки отличия за вклад в развитие физической культуры и спорта в республике. Хотим пожелать вам удачи, успехов, чтобы Дербент... мы уже слышали, что видели проекты, через лет 5 уже мы увидим ее совсем другим. Позже на стадионе на Нарын-Кала спортсмены встретились со своими поклонниками. Сотни юных ребят пришли пройти мастер-классы и сделать фото на память со спортсменами. Здесь же представители молодежной администрации провели акцию «Георгиевская лента». Главе города, спортсменам и всем желающим были вручены символы военной славы и Великой Победы. Я вижу, что мы все рады, чтобы там пришли знаменитые спортсмены. Наша гордость страны, мы все за нее очень гордимся. И вам, молодым, каждому желаю стать знаменитым, прославить Дагестан на весь мир.